Ну, мы когда думали, как распределить как бы призы, мы все-таки решили, что раз уж динамика, то до конца. И тут как бы вот матч за третье место, он определял, кто получает какие-то деньги, а кто нет. Ну, не знаю, может быть, в следующем году, учитывая ваше мнение, мы что-то поправим. Ну, вот в этом положении так. За третье место приглашается к награждению пара решетников именных. Проводит Владимир Шумилин. Так. Нет, где у нас? Не лезь. Да, сейчас ты Еще раз поздравим. Они отлично играли, показали очень важную игру. Спасибо огромное. Ну и в финале встретились, я так понимаю, это очень опытные бойцы, во всяком случае. Видно, что они очень слаженно играли, но тем не менее, в финале борьбы-то, в общем-то, особо не получилось. Мне кажется, пара все-таки Демидов и Денишев, она посильнее. Но посмотрим, что будет дальше. Значит, второе место. Чехов, Вострухин. Ha, ha, ha.